Прости, вот сам ноутбук у нас. Со всех сторон. Показываю. Так, закрываем. Так, и крышку. Сейчас покажу. Крышка. Задняя у нас. И, соответственно, включил тест монитора. Дальше. Включаю видео, как вы просили. Поясним мы это. Разогнавшись до 400 км в час, 111 метров в секунду. Еще раз поговорим о том, как разработчики еще в 2004 году добились крутейшего эффекта скорости и классной физики машины. И они добились этого чувства через... Звук все есть. Также по клавиатуре. Здесь, соответственно, тачпад. И поехали все буковки, циферки. Зажимаем, нажимаем. Вот некоторые пропускаем. Оп. Здравствуйте. Продлить. Ручки пошли. Все полностью исправно работает. Далее заходим с вами в Crystal Disk. Все отлично с ним. Далее заходим в компьютер. Шку у нас пустая. А можно еще так. Вас подписаться? Там у меня еще камера, моя фамилия. Скажите, там какого числа надо будет. Свойства. Открывать. Диспетчер устройства сейчас откроем. Так, видеоадаптеры стоят и процессоры, да, вы просили. Так, и процессоры. От PlayStation, да. Так. Вот приставка, которую я сейчас продлеваю. Есть еще камера PS. Так, и входа. То есть в одном стоит. Вытаскиваем. Нет, может. Не, камеру тоже вам сдавал. Там PS4 должно, ой, PS3 обозначаться, PS4. Она может по-другому просто записана. Она по-любому по-другому как записана, я потому что ее... Вот джойстик, наверное, джойстик, посмотрите. Как джойстик, скорее всего. Наверное, джойстик. Так, и вот, то есть вставили. Да, оно. Отобразилось там все сразу. Так, а сегодня 26, ну ладно. И в другой разъем вставили. Все, да, нам тоже звуковыми сигналами отобразилось. Все полностью исправно, все работает. Так что еще, по-моему, все он, да, наверное, показал. Диспетчер показал комплектность. У меня спасибо, хорошего дня. Зарядное устройство. До свидания. До свидания. 15% вытащили. Все, зарядка идет, пошла. Стоит ноутбук показали. Плюс зарядное устройство. Вот у нас. Провода не перебиты, ничего нигде. Так, проверили работу клавиатуры тачпада, показали. Проверка звука и Wi-Fi при помощи просмотра ролика на YouTube показали. Состояние матрицы показали. Все показали, в принципе, с дефект. Ну вот. Краска чуть царапинка облезла, все. Все полностью в исправном состоянии.